сделаем так. Ты сейчас уедешь в город, я останусь здесь. Сережа закончит ремонт, Митя ни о чем не узнает. В жизни все бывает, и все проходит. Нет. Что нет? Я не хочу врать. Я все расскажу Мите. Катя, опомнись. Ты что же, думаешь, это серьезно? Нет, ты действительно думаешь, что это серьезно? Для того, чтобы жить с женщиной старше себя, мужчина должен быть большим эстетом. Это случается, но очень редко. А эти, все эти мальчики, они только дегустируют. Как, знаешь, как после сладкого. Хочется иногда вяленой рыбки с душком. Так что надо научиться относиться к ним как к предмету. Надо научиться потреблять. Прекрати, я сказала! Я поняла! Я наконец-то вас поняла! Что ты поняла? Что ты вообще можешь понять своими бездарными мозгами машинистки? Ну, зачем вы так? Кто ты такая? Кто ты есть в этом доме? Ты же ноль! Абсолютный ноль! Сколько лет живешь за мой счет, еще ноги тут будешь расставлять? Дрянь! Не позволю! Вон отсюда! Ирина, вон Ирина. Из моего дома сейчас же, сука! Ирина, дрянь, блядь! Ирина. Сереженька, ну она же шлюха! Ирина. Неужели ты не понимаешь? Не, она же, ты Ирина. Думаешь, она только с тобой спала? Ирина. Вот. Ай. Что О. с вами? Катя, лекарство. Ай. Катя, быстрее! Ай. Ирина Дмитриевна. Ирина Дмитриевна. Катя, ну! Ой. Ирина Дмитриевна. Ирина Дмитриевна, миленькая. Катя, быстрей! Ирина Дмитриевна. Ирина Дмитриевна. Ирина Дмитриевна. Все будет хорошо. Сейчас, сейчас. Сейчас она принесет. Сейчас она принесет. Сейчас.